Сегодня 4 января 2020 года. Я иду по Страстному бульвару. Вот там здание с надписью «Утро России». Прикольно. Ну, может быть, эти телевизиончики, может, здесь. Вот. И вот здесь вот здание, сейчас я не знаю, что здесь, а впереди Страстной бульвар. То есть я хочу по нему пройтись, вот именно по бульвару. То есть улица-то она, как бы Страстной бульвар, вот она так идет, как бы и туда, вниз. Вот. А сам бульвар вот он впереди. Вот, теперь понятно, значит, здесь у нас Федеральное агентство по печати и массовой коммуникации. Там и там «Утро России» написано, то есть, скорее всего, там передачу снимает. Вот, то есть, вот такой вот. Это у нас Большая Дмитровка, значит, вот здание театра. Здесь какое-то вообще жуткое здание. Вот, а здесь вот, вот Страстной бульвар сам по себе. Вот, вот срущие псы, засравшие всю Москву нахрен. Ну, а что? Вот, туалет золотой по 50 рублей. Вот сейчас вот пойду, пройдусь по этому бульвару до Петровки. Вот здесь дальше, значит, идет вот памятник Твардовскому. Вот, вот Страстной бульвар, он как бы вот так вот. Идет он достаточно пологий, здесь вопросов нет. Вот здесь вот как бы можно пройти, посидеть, ну, летом, понятное дело. Вот, то есть никаких вопросов как бы к нему нет. Ну, снесли монастырь. Это, конечно, жалко. Вот, ну, теперь что есть, то есть, как говорится. В свое время, каждое время свое. Наверное, не стоило сносить. Вот, а это жуткое здание, это здание театра, как я понимаю. Они его перестроили. Вот, там, потому что, ну, видно, что это не старинное здание. Вот. Иду дальше. Вот, вот здесь, значит, памятник Рахманину стоит. Там вот три ступеньки, но они без перил. Вот я заполз кое-как. Вот, там вот детская площадка даже есть. То есть можно с детьми здесь, кто местные остались, кто здесь живет. Вот, то есть они как бы это могут поиграть прийти. Вот, заканчивается Страстной бульвар памятником Высоцкому. Вот он здесь стоит. Вот я пришел вот оттуда. Вот здесь впереди, значит, продолжаются бульвары. Вот, он переходит в Петровский, так наискосок, но он, правда, идет немножко вниз, то есть, ну, вот мне, например, не очень удобно. Вот, но это у меня свои фобии. А здесь вот, значит, рыбный ресторан. Это начало, а не начало, это 25-й дом Петровки. Петровка идет там, вот он, знаменитый дом, который постоянно в фильмах снимает. Петровка 38, вот он. Балкон вот этот вот, вот там угроза, как говорится. Вот, они там вот сидят. Вот, а эта вот Петровка, она вот как бы идет вот туда. Ну, в сторону Кремля как бы. Вот, то есть вот так вот. Сейчас я по ней пойду и вернусь к Бибике. Вот так вот.